ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы защитной рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт», проспект Ильича, 21, вход со двора. Город Первых проведет традиционные командные экологические чистые игры. Это действительно большой праздник для нас, потому что с него начинается череда экологических мероприятий у нас в Первоуральске. 24 апреля мы вновь собираем самые лучшие, самые ответственные и активные команды для того, чтобы прибрать рощу за мечетью. Эту площадку мы берем уже не первый год, потому что она действительно нуждается в заботливых руках. И в этот раз, в этом году мы вновь соберем большую компанию неравнодушных людей для того, чтобы там прибраться. На протяжении полутора часов это действительно будет квест. Команды будут соревноваться в том, кто больше соберет мусора и кто больше его рассортирует. Почему? Потому что каждый мешок собранных отходов будет стоить определенное количество баллов. Если вы, например, собираете мусор, не сортируя его, вы получаете 5 баллов. Если вы собираете стекло, получаете 8 баллов. Если собираете металл, то получаете 10 баллов. Также будут для каждой команды предусмотрены загадки на экологическую тематику, отгадав которые, команды смогут получить дополнительные баллы. Ну и все это будет отличаться от обычных субботников тем, что это действительно будет праздник, будет ведущий, непосредственно я, будет музыка, будет пикник по окончанию мероприятия, а самое главное, что все участники, вне зависимости от занятого места, получат утешительные призы. Это всегда у нас традиционно на команду баночка, варенье и чай, чтобы потом в теплой компании обсудить итоги дня вечером вот за такими сладостями. Ну и, конечно, победители у нас также будут в двух номинациях. Это взрослые, где хотя бы даже одному участнику от 15 и старше. И также это будут дети до 14 лет включительно. Плюсом мы уже не первый год включаем специальную номинацию, в которой участвуют двое взрослых и два ребенка до 10 лет. Это у нас номинация «Семья», и они тоже получают специальный приз. Ну и плюсом кубки нашим победителям, чтобы они могли похвастаться тем, какие они молодцы. Если у вас нет команды, если вы в своих замечательных начинаниях одиноки, всегда можно прийти к нам. Если даже у вас нет соратников, мы вам команду подберем. Потому что таких людей, кто приходят одни, они действительно бывают. И либо мы включаем их в те команды, где недобор, то есть не 4, например, человека, а 2 или 3, мы включаем в команду, чтобы ее усилить, чтобы все были в равных условиях.